Мои дети имеют место, где они могут пойти позаниматься спортом, нормально провести время с семьей. Эти вопросы, которые мы хотим с вами вместе решать и со всеми организациями, входящими в разного типа ассоциации. Повторю три проблемы, которые мы увидели. Первая проблема – доверие. Доверие мы получаем из World Trade Center Ассоциации. Это уровень глобального доверия. Чтобы вы понимали уровень, в ноябре мы будем принимать делегацию Конгресса США. Я бы хотел, чтобы они приехали сюда. Вторая проблема. Центральное планирование экономики де-факто не может работать в демократии. И третья проблема. Вторую проблему в законе децентрализации решил. И третья проблема – это зависимость ментальная, где мы ждем, когда нам скажут, что делать до того, как мы идем и делать. Сегодня децентрализация дает возможность вам взять свои руки и начинать делать для того, чтобы привлечь все остальное, то, что все мы хотим увидеть в Украине. Моя личная цель – это изменить имидж страны в мире, чтобы нас знали как гениальных людей. Центр Европы, который может практически поставлять все во весь мир. И это наша задача. Сегодня, после этого начала, мы будем детально разбирать очень много программ прямо вот здесь, в следующей комнате. Большое спасибо, очень рад здесь быть.